Давай повернемося до тієї інформації, що ти знаєш, от що відбувається з курсом валют, так? Що відбувається з нашими комунальними послугами. А ти знаєш, зарплата іноді вона стоїть на місці. І складно сказати, Боже, яке щастя, курс там підвищився чи знизився, або пальне стільки коштує, що просто не знає, що робити. Як змінити свою психологію? А ми вже немножко касались теми психологии богатого человека, психологии бедного. Так вот, отличие самое яркое, да, что когда человек исповедует психологию богатства, он говорит, что я могу с этим сделать? Да? Как я могу на это повлиять? Что зависит от меня? Ну и вообще идеальный вопрос, как я это создаю? Потому что, как это ни странно, да, во все времена, в кризисе, подъемы, спады, войны, да, кто-то становится богаче, а кто-то всегда, во все времена, беднее и несчастнее. И действительно, я изучала вот, психологию богатства достаточно долгое время, и я все-таки пришла к выводу, что действительно, деньги у нас в голове, и те установки, и те верования, которые мы исповедуем, они или притягивают деньги к нам, или, наоборот, отталкивают. Какие же фразы, установки отталкивают деньги? Денег не будет, страх, да? И это блок внутренний, который действительно является таким вот, ну, скажем, невероятным барьером, который... Я просто знаю по себе, да, я выросла в бедной семье, я слышала одну фразу, мы бедные, мы бедные, мы бедные. Я помню, как только ко мне приходили деньги, я еще не успела их потратить, а мне уже был страх, что их больше не будет. И он был настолько сильный, что я его долгое время не контролировала. Затем я начала спрашивать себя, как же это создаю? Мои доходы не увеличиваются, они или на, ну, вот, на одном уровне, или ниже. А что же происходит? Когда я расслаблялась и не думала, мой поток рос. Как только я начинала снова напрягаться, контролировать, да, этот поток, он тут же прекращался. И когда я начала осознавать, что есть во мне установка, которая прерывает денежный поток, я начала выдыхать. Вот я думаю, вдруг денег не будет. И я начала глубоко дышать и выдыхать вот этот страх, который во мне рождался. Он был не мой, он был моего рода, да, который я получила в наследство. И сделав так несколько раз, я доверилась Вселенной и поняла, что источник богатства, он у Бога, он во Вселенной. И деньги есть всегда во всем пространстве неизменно. Вопрос только в том, вижу я их как возможность или не вижу. Еще нужно понимать, что деньги приходят от людей. И нужно помнить, что деньги придут только тогда, когда мы будем готовы что-то дать людям. Да? Если у нас есть искреннее желание отдать, и мы не думаем в этот момент о деньгах, если у нас есть миссия, да, так называемая, да, или любимое дело, от которого мы готовы отдаваться изо всех сил. И это главное условие привлечения богатства. В моем понимании богатство — это не только денежный поток, это прежде всего внутреннее состояние счастья человека. Сложно, наверное, назвать человека богатым, если он болеет. Или если он несчастен и одинок. Богатство ли это? То в моем понимании богатство все-таки от слова «Бог», и речь идет о гармоничности всех сфер. Да? Я богат, я счастлив, я успешен, я в любви, и я здоров. Вот это есть истинное богатство. Если же мы говорим только о деньгах, то, скорее всего, это можно назвать человека денежным, да, состоятельным, но никак не богатым. Далее, что еще важно понимать? Бывает, что мы очень много, вот, люди, которые много работают и не имеют денег, их не назовешь ленивыми. Но, тем не менее, деньги к ним приходят. Почему? Потому что здесь вопрос, а немного не надо, да? Здесь вопрос установки. Или... Есть святая вера в то, что денег нет и не будет. А если я буду просить денег, то на всех не хватит. Да? То есть такие традиционные установки и так далее. И есть еще такая базовая установка, которая очень сильно прерывает наш денежный поток. Это отношение к богатым. А мы жили в советские времена, да, и, в общем-то, много-много веков. Позиционировалась идея, что богатство — это зло, богатые — это те, которые идут по трупам, богатые — это те, которые любым способом наживаются и так далее, и так далее. И вот эта пропасть, да, она вот существует в наших головах, в наших душах. И я тоже когда-то в это верила. Затем как-то вот я прогуливалась по нашей прекрасной Одессе, и я смотрю, иду по Морозливской, и вижу там домам по 100 лет. Они стоят такие вот монументальные. Я думаю, Боже, люди когда-то их построили, вложили свои деньги, и они до сих пор вот служат людям, которые в них живут.
Затем я смотрю, например, там построен торговый центр. Я думаю, господи, какие же деньги здесь вложены? Этот человек рисковал, да, это огромное количество персонала, это огромное количество рабочих мест, это огромное количество вдохновения, силы, рисков, да, которые человек вложил в это, чтобы это было. Я думаю, господи, да, когда люди, они просто невероятно упорные, они невероятные труженики. И, как правило, люди, которые успешны, у них нет выходных. Они работают. Да, плохо, если человек работает, и он становится рабом работы, да, мы не про это. Но чаще я сталкиваюсь с тем, когда люди, не имеющие денег, говорят, ну, даже работать надо. Или, зачем мне этот напряг? Вот, например, у меня есть моя подруга, которая великолепно вяжет. Я говорю, Марин, ну открой свое дело, да, там, сделай курсы, обучай людей, или позови девочек, они будут тебе вязать мелкую работу, а ты будешь все создавать, потому что хендмейдская работа, она требует невероятного вложения силы, это долго, это трудно, да. Она говорит, зачем мне это нужно? То есть человек не хочет напрягаться, и успех, богатство — это невероятная ответственность. Готовы ли мы к этой ответственности? Готовы ли мы к этому лидерству? Нужен ли нам этот напряг? Если нужен, к нам деньги придут. Потому что чем больше мы энергии отдаем в мир, тем больше она возвращается. Но если мы хотим быть в комфортной зоне, если нам удобно не высовываться, да, как нас приучили в советское время, то и денег у нас не будет. Но тогда неси ответственность и говори, ну вот я тебя выбираю, и тогда все хорошо. Хотя бы за свои выборы.